Партнер, мы поздравляем тебя с регистрацией. Далее, что нам нужно сделать, это оплатить бинар. Для этого заходим в кабинет, обзор. Мы видим надпись «Личный кабинет». Спускаемся ниже и видим «Купить бинар за 100 рублей». Нажимаем «Купить». Оплатить бинар мы можем двумя способами. Это либо внутренний баланс, либо Payeer кошелек. Оплачиваем либо так, либо так. Выводить деньги можно практически на любые карты и кошельки. В нашем случае я выбираю внутренний баланс. На балансе у меня лежит 100 рублей. Оплатить. Покупка успешно совершена. Закрываем. После оплаты нас автоматически перекидывают в раздел «Платежи». И спустившись вниз, мы с вами можем посмотреть нашу историю. Для того, чтобы посмотреть нашу матрицу, наш бинар, мы заходим опять в кабинет «Обзор», спускаемся вниз и видим «Матрица за 100 рублей». «Детали». И вот, собственно, видим нашу матрицу. Под ней, то есть здесь будут идти плечи, она у вас будет разрастаться. Вы можете всегда посмотреть тех людей, кто над вами. И, в принципе, зайти к любому человеку в матрицу. Листаем по стрелочке вверх и смотрим, как матрица растет. Можете зайти сюда посмотреть и посмотреть, то есть, структуру каждого человека. Давайте обратно вернемся в кабинет обзор. Спустимся ниже и видим, что теперь у нас здесь появился «Купить бинар за 200». Вы можете купить несколько бинаров, 100, 200, 400, 800 и так далее. И, собственно, получать доход с каждого из этих бинаров. Далее. Если у вас нет Payeer кошелька и вы хотите оплатить бинар через внутренний баланс на сайте, у нас есть система внутренних переводов. Вы можете написать либо своему наставнику, либо к нам в группу ВКонтакте BinX. Если у вас еще остались какие вопросы, вы всегда можете написать либо своему наставнику, либо к нам в группу ВКонтакте. Мы вам всегда поможем и подскажем. До новых встреч, друзья. Увидимся. Пока.